Готовы? Поехали! Романтическая фантазия и художественный вымысел с элементами документальных фактов. Герои «Солнечного острова» – молодые люди, приехавшие строить город. Вообще, что здесь вообще? Нефть Югорск строится. Одна из героинь – Ольга, девушка с непростой судьбой, которая нашла свою настоящую любовь здесь, в Нефтеюганске. Но в один момент она может потерять ее. Вода поднялась в реке, и поплыли бревна. Вот, и все мужчины, конечно, все строители оказались в большой опасности. Вот, и в том числе мой любимый человек. Вот, а тут уже любовь спасает, любовь оберегает. Послушайте, а я знаю, куда он поехал. Он мне раньше говорил, только я внимания не обратила. Он сказал, я хочу ездить по миру и рассказывать людям о том, какие они. А это фрагменты уже конца спектакля. Герои большой стройки ищут своего товарища Валеру, мечтателя и чудака, который раскрывает в людях лучшие стороны. Он уехал на попутки. Уехал открывать для себя что-то новое, что-то интересное. Пусть будут и трудности на его пути, но он такой мечтатель, он так живет. Напомнить нефтеюганцам о том, какие они есть на самом деле. Именно такую цель ставит перед собой театральная труппа. И чтобы, может быть, каждый задумался о том, кто он есть на самом деле. И перестал прятать свои самые хорошие чувства, самые хорошие порывы души за нашей обыденностью, за нашей черствостью, которыми мы стали последнее время. Премьера драматического спектакля состоится 23 ноября в культурном центре «Обь». Начало в 7 вечера. Артисты очень волнуются и надеются, что «Солнечный остров» останется в душе каждого нефтеюганца. Кристина Кучерова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».